Концерт начался с этой замечательной весенней песни. Ее автор Александр Суханов, слова Овсея Бриза в переводе Генриха Сапгира. И солистами в этой песне были Сухачевская Полина и Маслова Юля. На бас-гитаре играл Никита Киселев. А наш концерт продолжается. И следующим номером прозвучит песня Новеллы Матвеевой «Солнечный зайчик». Ее исполнит Наташа Фролова. Наташа, выходи. Надо сказать, что, к сожалению, сегодня очень много ребят у нас не смогли прийти, потому что очень многие заболели. Сейчас, видимо, какой-то вирус, и поэтому большая часть нашей программы сократилась. Многих песен не будет, и многие ребята, которые готовили дуэты, они остались одни, и мне придется помогать им и выступать в роли их партнеров сегодня. Вот так как раз сейчас и произошло. Вместе с Наташей должен был выступать Никита Стадник, вот, но его буду заменять я сейчас. Подножья стали горы громады.
весной линяют разные звери. Не линяет только солнечный зайчик. По-моему, исполнение было замечательное, несмотря на все сложности, которые нас ожидали на этот раз. И сейчас вы услышите не просто песню, это будет песня-сценка. Песня-сценка на песню новеллы Матвеевой «Пожарный». С этой песенкой мы совсем недавно выступили на конкурсе, посвященном противопожарной безопасности, который назывался «Таланты и поклонники». И надо вам похвастаться, что мы заняли на этом конкурсе первое место. Вот сейчас вы услышите, что мы показали, что мы приготовили. Жил-был пожарный в каске ярко-бронзовой. Мечта глухая шла его и не жила. Вот кто-то спичку выронит, и вот, но в том краю как раз пожаров не было. Там жил предусмотритель. Я скажу, кто солировал в этой песне. В этой песне солистами были Трифонов Федор, Федотов Саша, Фролова Наташа, а в роли пожарного выступил наш замечательный артист, режиссер и самый креативный человек, можно сказать, в нашем коллективе, это Гриднев Даня. А сейчас прозвучит песня Юрия Висбора «Наполним музыкой сердца». Ее исполнит Коблова Лиза. Наполним музыкой сердца, устроим праздники и сбудем своих мучителей. Забудем, воскреп пройдемся до конца, найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золоченых, куда с восторгом увлеченных. Мой тихий груз своих потерь, несем мой тихий груз своих потерь.
какая музыка была, какая музыка звучала, она совсем не поучала, а лишь тихонечко звала, звала добро считать добро, и хлеб считать благодеянием, страдание вылечить страданием, а душу греть вином или огнем, а душу греть вином или огнем, и светил полуночный зал на звени издали заметил и разглядев кивком отметил, и долину показал. Там было очень хорошо, и все вселяло там надежды, что сменит жизнь свои одежды. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, наполни музыкой сердца. По-моему, это было очень хорошее исполнение. И я хочу вам сказать, что Лиза начала заниматься на гитаре в нашем кружке только в сентябре этого года. И она сделала такие успехи. И надо вам сказать, что она выучила практически все песни, которые мы будем сегодня исполнять, и участвует во всех наших номерах. Вот. А следующий номер нашей программы прозвучит песня из кинофильма «Белое солнце пустыни», «Госпожа Удача», и исполнит ее Рини Вдане. Автор этой песни Булат Акуджава. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой рады. Везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. Ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ласковые сети, везет меня в смерть, смерти. Повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача.
Для кого ты добрая, для кого иначе? Девять граммов сердца, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Девять граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, а моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, выклясться на крови. Не везет мне в смерти, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, выклясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. И следующий участник нашего концерта – это Трифонов Федор. Он споет песню Юрия Устинова «Синий краб». Синий краб, среди черных скал птиц. Синий краб, он приснился мне во сне. Надо сказать, что Федор выучил эту песню в рекордные сроки, потому что Федя участвовал у нас во всех-всех-всех концертах и мероприятиях, какие только были. И надо сказать, что самое главное достижение в этом году у Федора – это то, что он участвовал в детском юношеском фестивале авторской песни и стал финалистом этого фестиваля с песней о друге Высоцкого. Вот, Федя, мы тебя поздравляем. А сейчас выступит Федотов Саша, и он споет песню на слова Юны Морец и на музыку Сергея Никитина «Большой секрет для маленькой компании».
лошадью тележки своей. Под грустное рычание, под бодрое мычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной так, скромной так, огромной такой компании, огромный такой секрет. Ля-л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 я. Не секрет, что друзья это честь и отвага. Это верность, отвага и честь. Отвага и честь, рыцарь и шпага, все глотателю шпага, никогда их не съесть. Под грустное рычание, под бодрое мычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной, так, скромной такой компании, огромный такой секрет. Убегают при прыжку, не хотят на цепочке сидеть. И заставить нельзя золотую ковришку от веселья и скуки балдеть. Под грустное рычание, под бодрое мычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Бросаются даже с небес. Под грустное рычание, под бодрое мычание, под дружеское ржание рождается, Сейчас прозвучит песня Булата Акуджавы «Берешинель», с которой буквально позавчера мы выступили на фестивале ветеранов и молодежи, который назывался «Победа одна на всех». Приходы
Что участники этого трио познакомились только сегодня. И надо сказать, что я впервые услышала замечательную флейтистку, которую привела Юля Маслова к нам в наш коллектив. Я знаю, что ее зовут Лиза, но, к сожалению, даже не знаю ее фамилии. Лиз, подойди, пожалуйста, представься. Всем здравствуйте, меня зовут Лея Лиза Бенгур. Я буду играть на флейте. Расскажи, пожалуйста, Лиз, не уходи. Да. А мне Юля сказала, что ты играешь на разных инструментах. Ты можешь рассказать, на каких еще ты умеешь играть? Да, ну, я играю на саксофоне, на флейте, на фортепиано, на клавесине и еще пою. Лиз, такой участник нам очень нужен. Так, не хочешь ли присоединиться к нашему коллективу? Хотя бы иногда в качестве
сессионного музыканта. Хорошо. Ну, я очень бы хотела. Я очень бы хотела, еще я хотела бы на гитаре тоже научиться играть. Я тебя возьму. Пиши конкурса. Приходи, пожалуйста. Итак, феноменальное трио. Юлия Маслова, Лиза, фамилию я сразу же забыла, но вы, наверное, запомнили, и Никита Киселев с одной репетиции. Экспромт. Надо сказать, что я восхищаюсь современными детьми, которые могут так смело без репетиции выходить и экспериментировать прямо на сцене. Это здорово. Но с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы у них было время отработать. Но сейчас такая жизнь, что дети занимаются сразу всем одновременно во многих кружках. Вот. Поэтому репетировать и находить на это время очень сложно. Вот. Я, конечно, была бы очень рада, если Лиза к нам присоединилась, потому что человек, который владеет разными инструментами, сразу бы очень разнообразил палитру красок
нашего ансамбля, и сразу широкие возможности открылись бы и перед нами. Вот, молодцы, девчонки. И следующим номером нашей программы выступает Сухачевская Полина с песней Юрия Устинова «Каравелла». Полина большая молодец, она тоже занимается очень многими видами искусств, и в том числе спортом. Вот, как она все успевает, мне непонятно. И иногда кажется, что это нереально в такие краткие сроки что-то выучить, подготовить. Но тем не менее, Полине это удается. Ты молодец, Полин. Итак, следующим участником нашего концерта будет Никита Киселев. Никита занимается по классу бас-гитары у нашего замечательного педагога Евгения Валерьевича Кузнецова. Вот. Но Никита прошел уже с нами огонь и воду, можно сказать. Он участвовал во многих концертах, и фестивалях, и конкурсах в качестве бас-гитариста нашего. Вот. Он своей бас-гитарой очень-очень украшает, конечно, звучание нашего коллектива, который без баса не был бы таким. Вот. И сегодня я подумала, что Никита вполне мог бы и достоин того, чтобы прозвучать и быть услышанным как исполнитель песен, потому что Никита еще и играет на гитаре и поет. И сегодня он споет песню «Beatles» «I'm so tired». Это песня Джона Леннона. Вот. И пока происходит приготовление, хочу еще несколько слов сказать о втором участнике, потому что Никита будет не один выступать сейчас, а вместе со своим папой. Вот. Сергеем Киселевым. Вот. Надо сказать, что я очень благодарна Сереже, моему мужу, за то, что он очень помогает нам, и если бы не его участие, я не знаю вообще, как бы я справлялась, потому что звук, когда мы ездим на какие-то конкурсы, фестивали, Сережа возит нас на машине, он обеспечивает звук, он участвует даже как артист, как вы видите. Вот. Сейчас вот как раз прозвучит дуэт папы и сына. I'm so tired. I haven't slept a wink. I'm so tired.
I'm going insane, you know I go everywhere. Очень переживала о том, что мои дети не хотят учиться в музыкальной школе. Как я ни старалась заставить их заниматься классической гитарой, мне это так и не удалось, к сожалению. Но когда им исполнилось 15 лет, они взялись за гитару и прекрасно освоили ее самостоятельно. И надо сказать, что я как родитель сижу и совершенно балдею, и горжусь так же, как и вы своими детьми. Горжусь и радуюсь на своего ребенка. Вот. Молодец. Продолжаем наш концерт. Собственно говоря, сейчас у нас наступает время выступления приглашенных гостей. И на сцену сейчас выйдет мой взрослый ученик Алексей Матюшенко. Леш, выходи, пожалуйста. Сейчас вы услышите квартет. Как вы видите, у Лёши в руках не такая гитара, на какой мы все играем. Это гитара, которая на жаргоне гитаристов называется дредноут. Американская гитара с большим корпусом, с железными струнами, с узким грифом. Вот. На ней немножко другая техника игры. На ней чаще всего играет медиатором, а не пальцами. Вот. И Лёша совсем недавно начал осваивать эту технику игры медиаторную, буквально месяца два. Вот. Сейчас мы попробуем вам сыграть бразильскую песню композитора Зекинья де Абрео, которая называется «Тико-тико». Наверное, вы знаете, это очень известная песня. «Тико-тико» — это маленькая птичка, вроде нашего воробушка, которая живет в Бразилии. И я всегда думала, что это песенка о птичке. Но перед нашим выступлением я решила заглянуть в интернет и узнать, о чем же все-таки поется в этой песне. И была очень удивлена. Вот смотрите, я прочту вам сейчас перевод первого куплета. «Тико-тико здесь, тико-тико там. Во всей Севилье теперь говорят только о нем. Он проезжает здесь, он проедет там, он бесподобен в своем праздничном костюме. Сомбреро на голове, шпоры на сапогах, на коне он едет медленной рысью, и его накрученные и напомаженные усы заставляют мечтать всех танцовщиц румбы». Оказывается, это прозвище прекрасного кавалера «Тико-тико».
прозвучит джазовый стандарт, опять же, на птичью тему. Тема называется «Bye-bye, Blackbird» – «Пока-пока, черный дрозд». Авторы этой темы – Морт Диксон и Рэй Хендерсон. Исполняет наше трио Киселёвых, оно называется «Джазотерапия». Еще один номер, я не знаю, как ваше самочувствие. Хотели бы услышать еще что-нибудь? Да? Да, конечно. Тогда я хочу попросить Сережу, Сергея Валерьевича, исполнить нам. Песенку спою я Владимира Ландсберга, который посвящается, который называется «Посвящение человеку, прошедшему войну», а именно Булату Акуджаеву. Thank you.
предугадать заранее, пока нежданный гром не грянет, не торопясь азы учи. Но если свет померкнет вдруг, и град пойдет зазеленевшей башни, ты позабудь о грамоте вчерашней, а лучше оглянись вокруг, а лучше оглянись вокруг, а лучше что-нибудь забудь. Ты знаешь сам, пройти огонь и воду дано не всякому взводу, не каждой роте штурмовой. Клочок увидев голубой, не торопись считать себя везучим, еще висеть непроходимым тучам. Ты только будь самим собой, ты только будь самим собой. Судьбу, не даже на погоду, коль жребий нашему взводу семеро грохота спасать. Беречь любовь, весну, Арбат, лечить сердца, и это ведь не ново, что чудеса обыкновенным словом творит наш странный медсанбат. Творит наш странный медсанбат. Беречь любовь, весну, Арбат, лечить сердца, и это ведь не ново, что чудеса обыкновенным словом творит наш странный медсанбат. Творит наш странный медсанбат. Спасибо тебе огромное, Серёж, не только за песню, вообще за все. Ну, обнимемся по надолу. Так, ну и наконец, по-моему, наконец-то подходит к концу, не такой уж он и короткий. Осталась у нас последняя песня, если я правильно понимаю. Это наша самая любимая песня «Весеннее танго». Выходите, ребята. Приходит время, с юга птицы прилетают.
Спасибо, ребята. Пожалуйста. Это легко, у меня бывает. Да. Нет, еще не до свидания. Подождите. Сейчас я скажу речь. Сказать, что заключительная речь у меня была там на бумажке написана, на бумажке. Она заключалась, моя заключительная речь, в перечислении фамилий учеников и родителей, которым я хотела выразить свою благодарность. Вот. Но, к сожалению, в этой суматохе я, честно говоря, эту бумажку найти не могу. И поэтому, вот знаете, вот даже вот жалко, потому что вот, ну хорошо, бумажка нашлась. Значит, я хотела поблагодарить, во-первых, всех ребят, которые участвовали во всех многочисленных мероприятиях этого года. Сейчас я все фамилии, думаю, не смогу перечислить, потому что это, ну, большая часть нашего коллектива. А вот родителей я хотела бы все-таки перечислить. Вот, например, вот я вот вижу Михаила Николаевича Гриднева сейчас, и я хочу ему сказать благодарность за то, что он помог нам, когда мы участвовали в детско-юношеском фестивале авторской песни, он нас довез вот туда и обратно. Спасибо вам большое. Спасибо тем мамам, которые терпеливо сопровождали нас в наших поездках. Это Фролова Ольга Владимировна. Я ее сейчас не вижу. Вот, это мама Наташи Фроловой. Горбунова Людмила Сергеевна, Кузнецова Маргарита Анатольевна. И самую большую благодарность, честно говоря, я хотела бы выразить вам, Ольга Николаевна. Вот. Это самый большой мой помощник. Вот. И вы знаете, это не просто мама Федора Трифонова, но это человек, который исполняет обязанности мамы для всех детей, когда мы участвуем в концертах и конкурсах. Она и поет, и кормит, и отвозит. И, в общем, знаете, с этим человеком не пропадешь, я бы так сказала. Вот. Ну и, конечно, я хотела бы еще раз выразить благодарность моим любимым, самым близким людям, Сереже и Никите, за их поддержку, за участие, за то, что они болеют за наше общее дело. Спасибо вам, что вы сегодня пришли. Я надеюсь, что вам было тепло с нами, а нам было тепло с вами. Вот, приходите, пожалуйста, еще, приводите ваших друзей и близких. Немножко жалко, что сегодня нас так мало, и родителей маловато, может быть, потому что суббота, выходной день. Вот, но, по-моему, несмотря на все какие-то там ошибки, которые у нас были, получился, по-моему, отличный концерт. Вот, мне, во всяком случае, я испытываю большое моральное удовлетворение. Спасибо большое. Всего вам доброго, приходите еще. До свидания.